ребята из маленьких городов обычно имеем возможности. Поэтому, когда они появляются, ты хочешь их использовать, уехать. Ты Джеймс Мэнсон, тебе всего 18. Да, твой отец хотел передать тебе это. Забери это, в гараже убили. Отец прислал мне эти ключи. Не знаешь, зачем? Начинай экономить на бензин. Тебе это понадобится. Это подарок или подвох? Речь идет не о машине. Это о тебе. Ты отважился проехать 3000 километров на старом бомбере, чтобы найти отца. Я его ни разу не видел. С 10 лет. Он был известен, рок-н-роллер. Мог бы позвонить. Он ошибся. Так точно. Хорошая тачка. Это была отличная идея. Да. Почему ты настолько встревожен? Почему я встревожен? Твой отец открепил этого друга из металла от этого гроба. Что случилось, Филлис? Ни смерти, ни хрена, понял? Мы могли бы возить запрещенку. А может, что-то для отца? Я ему поверю. Ты веришь в это? Удачи, братан. Всего доброго. Что здесь делаешь? Я поехал в Калифорнию. Вот где больше неба. Это дичь. Едешь 10 минут по трассе. Мир меняется. Готов увидеть? Ожидания низкие. У истории две стороны. Не увижу его лица. Это большой день. Не тяни время.